Сегодня, по вашей просьбе, я хочу вам показать площадку, которая называется «Мылка». Вы давно писали в комментариях, чтобы я ее показал. Мы прогуляемся, пройдемся по «Мылке». Улица Подгорная, улица Фабричная и улица Заводская. Посмотрим, как идет торговля. Вы для себя посмотрите, какой там есть товар. Я постараюсь максимально поснимать товар, который там есть. Ну и зайду в гости к предпринимателям, знакомым. Пообщаемся, спросим, как дела. Но для начала нужно запарковаться. Скажу вам, что парковочных мест на горе очень мало. Ну, то есть, те, которые близко к спуску, мест практически нету, поэтому нужно покружить по горе и поискать место для парковки. Обилие машин говорит о том, что торговля началась, что экономика запустилась. И, в общем-то, оптовики уже начинают приезжать на 7-й километр. Видно, что движение есть, а это не может не радовать. Ну вот видите, сколько мы ездим, забито все. Втиснуться в нормальном месте не предоставляется возможность, поэтому поедем куда-то вглубь. Вот туда, в контейнера. Я думаю, там мы найдем место. За бортом 17,5 градусов, но пасмурно. Поэтому может быть казаться, что холодно, но на самом деле не холодно. Я нашел шикарное место. Идемте посмотрим мылку. Парковочных мест на горе практически нету. Машин очень много, что не может не радовать. Спустимся с горы на мылку. Друзья, прогуливаясь по 7-му километру, встретил
свою подписчицу Людмилу. Она, оказывается, меня знает, очень приятно. Да, приятно смотреть видео с обзором про работу 7-го километра, о том, как работают предприниматели и об общей работе рынка. Информация объективная? Информация объективная и полезная. Очень приятно. Будем еще смотреть в дальнейшем и ждем новых видео. Вы работаете на рынке или в отеле? Я работаю на рынке. А чем вы торгуете? Хостоварами. То есть можно вам еще будет потом рекламу сделать? Ну, в рекламе мы не нуждаемся. Вы крутые, это круто. Ну что, Людмила, успехов вам, удачи. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все как обычно, вы все это знаете. Все знаем, в курсе. Зайдем к очень уважаемому человеку. Так, надо вот так здороваться правильно. Можно локтем, да, вот. Привет, Олег. Здравствуйте. Как дела твои? Слава богу, после карантина набираем обороты. Пошел бизнес уже? Чуть-чуть, да. Чуть-чуть уже начали что-то покупать. Что у тебя в контейнере? Мы давай тебе даже можем немножечко рекламу сделать. Давайте. Чем ты торгуешь, расскажи мне? Компания «Жилет». Хорошие цены. Ну, то есть, давай так, бритвенными принадлежностями, да? Бритвами. Солнцезащитные авиафон, зеленая аптека, Алексона, дезодорант. Давай без брендов, а то скажешь, что я вообще жутко кого-то рекламирую. Просто мы рекламируем твой бизнес, то есть у тебя до и после солнца, да? До и после бритья. Да, во время бритья тоже что-то есть? Во время бритья, помыться, побриться. Круто. Имеем. Олег, сколько ты лет на рынке? Я знаю, ты старожил. Ты, наверное... Сколько будет? 49 минус 23. 49 минус 23. Друзья, посчитайте и напишите в комментариях 49 минус 23, потому что мы находимся на рынке, здесь никто не умеет считать. Какой у тебя сейчас адрес здесь? Улица Заводская, контейнер 2596. Олег помнит рынок сначала, мы все его помним. Начинали мы еще с газеток. С газеток, да. Столики. Поле чудес, эти были раскладушки. Сильно карантин ударил по бизнесу? Ну вот, приходится уже покупать в карантин. Это для рыбалки, я так понимаю. Для рыбалки, да, ты себе купил. То есть совсем нечем было заняться, да? Да, приходилось поехать ездить на рыбалку. Ну так, в принципе, что? Отсидели, слава богу. Не заболели, чем всем желаю. Отсидели, не очень красивое слово, переждали, да? Да, желаю своим подписчикам не болеть, быть бодренькими, все будет хорошо. Так что я думаю, что все у нас, слава богу, как говорится, карантин обошел. Слава. Болезнь обошла.
Ну, а Олег, в принципе, ждет и приглашает оптовиков и розничных покупателей. Вот вы видите все, что у него есть. Цены очень хорошие. Это один из старейших в плане вот долгих оптовиков здесь на рынке. Человек, который очень давно торгует. У него всегда хорошие цены и хорошие отношения с клиентами, насколько я знаю, да, Леш? Ну, стараемся. Все, покажи свое лицо без маски ненадолго, я отойду на безопасный. Клиентам вот, не обижать. Запомните этого человека, вот так вот он выглядит, зовут его Олег. Милости прошу. Давай, все, прощаемся. Всего хорошего. Все, хорошая торговля. Всем привет, будьте здоровы, спасибо. Подписывайтесь на канал. Нет, просто охват поста. Там вчера я засыпала, было 12 часов. Там є. По касам дай до дорога. Подошли, ты ж бегаешь, мы ничего не сможем. Так же. Да. Здрасте. Здрасте. Вот, зайдем в гости к старому знакомому. Я, правда, не знаю, он это или нет, в маске не узнаю. Руся, это ты? Да, конечно. Привет. Здравствуйте. А, маска, извини, давай так, по-взрослому. Или сейчас, знаешь, вот эти локтями, давай локтями еще. Это сейчас модно, это новое приветствие. Как дела, бизнес уже пошел? Да, потихоньку. Руслан торгует. Не знаю, что сильно, но потихоньку люди приезжают. Руслан торгует очень интересными и нужными вещами, полезностями для кухни, всякая мелочь. Такой рай хозяйки. О, я смотрю, ты ведешь уже фотосъемку, ты что, уже тоже в интернет уходишь? Да, конечно, сейчас всем онлайн, мы тоже стараемся не отставать. Поэтому запускаем сейчас сайт. Все, кто хотят, может заходить, просматривать наши товары. Сейчас через недельку будем запускать сайт, так что... Круто. То есть коронавирус и кризис внес все-таки свои коррективы, и ты решил запустить сайт? Ну, конечно, без этого как бы и коронавирус сам внес. Ну и как бы вот сейчас, если тебя, как вот там Билл Гейтс или кто говорил, если тебя нету сейчас в интернете, значит тебя нету в бизнесе. Поэтому на самом деле без этого сейчас никуда. Слушай, ну у тебя очень крутой товар, я тебя давно знаю, поэтому как только ты сделаешь свой сайт, я обязательно оставлю ссылку под видео. И все, кто хотят. У тебя же можно там будет купить и оптом, и в розницу, правильно я понимаю? Да, конечно. Ну, больше это, наверное, скорее всего, что все равно на опт будет. Будет опт, да? Да. Основная там ставка. Ну, если там кто-то именно пожелает, то может прийти к нам в контейнер. Какой адрес контейнера у тебя? Фабричная 2569. Фабричная 2569. Запомните это лицо. Правда, без маски оно выглядит по-другому. Вот. Вот, приходите. Здесь, конечно, да, здесь можно все народницу по штучке купить. На сайте, скорее всего, что там будет какое-то минимальное ограничение по количеству товара. Минимальный заказ какой-то будет. Минимальный заказ по сумме тоже будет, плюс там
будет в каждой позиции, там минимум 5-10 штук можно будет покупать. А здесь можно и на розницу так же самое, когда человек приходит, может взять себе то, что ему надо. Круто. Русь, ну успехов. Спасибо. Нехай на нас нападут деньги, и мы не сможем от них отбиться, да? Спасибо. Давай, спасибо. Дай кулак. Все, счастливо. Счастливо, удачи. Пока. Заходите. Зайдем. Ну что, друзья, как видите, торговля идет полным ходом. Почти все контейнера открыты. Я видел покупателей, я уже видел радостные лица продавцов. Все заняты делом, все заняты работой. Это радует, это круто. Также большой плюс, уже запустили маршрутки. С города люди уже могут приезжать. И говорят, что с ближайшего времени, либо в субботу, либо в понедельник, пустят междугородние маршрутки. Так что людей станет еще больше. Но уже даже по загруженности парковок мы видим, что жизнь кипит. Ну что, будем выезжать 7-го километра. Если видео вам понравилось и было полезно, поддержите его лайком. Если вдруг по какой-то причине вы еще не мой подписчик, хотя меня это удивляет до сих пор, под видео есть кнопочка подписаться. Нажмите эту кнопочку, а под кнопочкой есть колокольчик, который, если вы нажмете, то не пропустите ни одного моего следующего видео. Также у вас есть функция поделиться. Если вы вдруг захотите расшарить это видео, под видео есть кнопочка поделиться, нажимайте ее и раскидывайте по всем соцсетям. Ну что, желаю вам добра, любви и счастья. С вами был Сан Саныч, канал «Взрослый разговор», а это рынок 7-й километр. Пока!